Уважаемые зрители, разрешите пояснить наше предложение на конкретном примере. Итак, в Unilingua мы ведем учет занятий не в академических часах, а в астрономических, то есть 60 минут. Обычно люди, которые посещают языковые курсы, посещают их два раза в неделю. Предположим, вы пришли в Unilingua с такой же целью, то есть заниматься два раза в неделю по 2 часа в день. В этом случае цена одного часа у вас будет 4,44. Да, то есть 8,88 мы делим на 2, получаем 4,44. Платите вы по дням. То есть вот вы пришли сегодня, вы заплатили 8,88, а занимались 2 часа. В колонке «Цена одного часа» мы видим расчет цены одного часа. Цена одного часа уменьшается в зависимости от того, сколько часов вы выбираете заниматься. То есть вы приходите и оплачиваете до 8 часов занятий в день по 8,88. Что это означает? Это означает, что вы можете заниматься 2 часа, или 3 часа, или 4 часа. И в этом случае каждый час у вас будет стоить, вот здесь показано сколько,